Всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодняшнее видео о пустых баночках. Так, хорошо, что в принципе я начала опустошать, потому что я собирала-собирала и в принципе нормально собралось. Учитывая, что такие штуки, как туалетная бумага, все вот это выкидывается, как правило, накапливается на самом деле очень много. Давайте начнем отсюда. Вот такое вот мыло Аура с подорожником. Пишут, что антибактериальное. Вот такого оно цвета зеленого было. Очень жидковатое, в принципе, мыло. И плюс мне еще не понравился пузырек, который такой, знаете, неустойчивый, постоянно падал. Ну, в общем, его перекашивает при надавливании вот сюда. И поэтому вот такая вот ерунда. Ну, недовольна. То есть, фу, как, не то чтобы недовольна, не в восторге от этого мыла. Но она и стоит, в принципе, там что-то 50-60 рублей. Мыло как мыло. Дальше Glorix. Вот этот мое любимое средство для мытья полов. 1 литр. Это большой. Большой тут. А для пола, но я не вижу с чем. Это, видимо, классический. Не вижу, есть запах. А, вот лимонная энергия. Лимонная энергия, да, написано. Нравится. Очень нравится мне эта фирма. Дальше же стоит Мистер Пропер. Мистер Пропер, здесь, по-моему, горный ручей и прохлада. Тоже вот из Мистера Пропера, вот это именно, она, по-моему, такая, знаете, вот зелено-голубая, что ли, водичка, если вот это в Глориксе была желтая. Ну, вы знаете, я не разбираюсь, но мне нравится Глорикс больше, чем Мистер Пропер, вот честное слово. Значит, с Глориксом лучше моется полы, собирается все и плавно, с этим же как-то... Поэтому как-то как будто как-то не так. Вот, кстати, раньше, все, что угодно. Когда я бывала, я не то чтобы именно чистила, но я использовала капельку, шампунь для нормальных волос, шампунь для жирных волос, так как у меня жирные волосы жирнятся. Ну и для других волос я тоже покупаю. Ну, редко очень покупаю для окрашенных волос, для выпрямления, ламинирования, это я не люблю, потому что все это мне потом жирнится. Что могу сказать? Запахи, да, вот как они говорят, что у нас тут. Сила целебных растений, береза, земляника, черная смородина и крапива. В общем, ой. Долго, конечно, они у меня были. Я пыталась их закончить вместе специально, чтобы пустые баночки пустить. Ну, блин, не знаю, ничего особенного. Шампуни как шампуни, не знаю. Но я люблю прозрачные шампуни, и поэтому мне это нравится, потому что если рядом здесь стоит фирма Клер, то есть я заметила то, что... Все шампуни против перхоти, так же как Hand and Shoulders, они такие кремовые, вот, да, вот они кремовые, я вот эти вот шампуни, я такие кремовые не очень люблю. Мне больше импонирует прозрачность и травы, да, я люблю травы. То есть шампуни как шампуни, если Green Mama говорить, ну, я до сих пор, в принципе, хочу попробовать... Вообще, эту фирму от и до, то есть и крема для лица, там вот это все. Просто я люблю, вот и как, знаете, зарегистрировалась в компании Avon, чтобы ее попробовать. Попробовала, хотела, попробовала, больше не тянет, не интересно. Вот, дальше. Этот клеер, это шампунь мужа, я покупала. Ну, естественно, я тоже им пробовала пользоваться, ну так, периодически, там, раз в 2 недели, там, помыла, но... Шампунь как шампунь. Кстати, от перхоти помогает. Еще как помогает. Дальше у нас тут Планета Органика. Шампунь для жирных волос. Макадамия, да, у нас уход и баланс. Вот женщина вот эта вот темненькая. Хороший шампунь, приятный аромат. Знаете, такие бутылочки, они сейчас в моде, да, вот у этих. Планета Органика, Натура Сибирика. Вот все, якобы все натуральное. Ну, вот этот вот... У него приятный аромат был, и он такой, естественно, он непрозрачный, и такой розовато-коричневый. Я же почему-то эти, я же говорю про прозрачные говорила. А вот этот вот прозрачный, якобы мужской, но муж у меня им не мыл, потому что это не такие шампуни. У него перхоть, ему нужны такие шампуни. Он хоть и обещает, что... Что у нас там написано, что он против перхоти, нет? А, нет, не написано. О, да, он не против перхоти, и он, скорее всего, бы он у мужа вызвал перхоть. Вот, так что мылась им я, запах у вот этой белуги, у Натуры Сибирики черного бутылька, запах мужской, ароматизация идет мужская, как знаете, вот этот
Дезодорант мужской, вот так он и пахнет. Этот же, конечно, пахнет нежно, как раз таки макадамией. Дальше. Ну, шампуни как шампуни. Я шампуни люблю, поэтому они различные, я их покупаю. Я их обожаю. Гель для душа. Фа, Пальмолив, Эйвон. Вот, Эйвон, магия Индии. Там вот новинки, которые выходили, вот цвета, видите, Пальмоливом. Вот такие скрапления. Вообще не люблю фирму Пальмолив. В принципе, не люблю фирму Фа. Но у Фа много гелей. И поэтому... Потом, значит, мне у них не нравятся их верхушки, потому что их потом тяжело ставить, фиксировать, переворачивать гель для душа. Но, видно, это их не фишка, понятное дело. Гели как гели. Но вот этот, кстати, мне очень понравился. Вот это, конечно, класс. Здесь у нас идет сандаловое дерево и кардамон. Такой согревающий запах. Съесть прям очень хочется. Но эти так себе. Кстати, на этот вообще такой слабенький. Ну, реально, как лосьон. Ну, на аромат, в смысле, слабенький. Из этих трех, конечно, вот этот суперский. Лаборатория природы. Что у нас тут для десен? Пользовалась потом для дешевой самой такой, для ногтей. Тоже пойдет термоядерный, пипец, нос бьет. Зенерит. Это у нас, по-моему, эритромицин. В составе цинк и антибиотик эритромицин. Это, по-моему, самое лучшее средство вообще от прыщей. Так, вот. Я его 100 раз уже брала. Пользуешься, помогает. Не пользуешься, прыщи все равно вылазят. Дальше вот такой шампунь от фирмы Тамба. Содержит какую грязь? Грязь озера Тамбукан. Там у меня замазалось, не видно. В общем, шампунь хлебный, питание, восстановление, легкость, объем, густота для всех типов волос. Короче, это вообще супер-супер шампунь. И реально пахнет хлебом, знаете, как будто пивом. Вот, не знаю, делает город Пятигорск. Я вообще всем бы советовала попробовать эти шампуни. Я как-то показывала вам влоги, эти сайт показывала вам специально, не поленилась, показала. Не знаю. Надеюсь, что кто-нибудь да закажет, потому что мне это не реклама, мне никто ничего там не просил. Я просто говорю, что мне понравилось. Там другие у них есть еще. Яичный там. Так. КТ вот 3 штуки от Фикспрайс для интимногигиены. И вот такие вот интимногигиены, но они вижу фирмы. Покупала в аптеке, их фирма не написана. В общем, что вот это с аптеки, а что с Фикспрайса. Аналогично, можно пользоваться. Никаких раздражений. Обычно тесты на беременность, которые я покупаю, это ЭВИ-тест. Долго оставаться не буду. И обычно я беру 2 штуки. Вот, 2 теста. Вот. Никто пока не жаловался из знакомых. Так. Я имею в виду на точность, что они там были беременны, и он им показал отрицательно. Такого никогда не было. Ну, если, конечно, вы только до дня менструации не дошли, потому что нужно обязательно, чтобы прошел хотя бы первый день менструации, когда он покажет. Вообще он показывает за 2-3 дня до месячных. Вот то, что я знаю от своих знакомых девчонок, а вот у них он за 2 дня до месячных показывает. Уже начинает полоситься полосочка. Дальше. Маска. Маска. Дизау, натурал. Вот, это я брала. Значит, я маску использовала, а вот с этой стороны вот этот пакетик, вот здесь я его не выдавила, не хочу, не знаю, не тянется рука. В конце потом, знаете, что-то мазать, мне неинтересно. Но это штучки были под глаза. Это не маска на лицо, а под глаза, видите, маленький пакетик. Это под глаза. Ну, сделала. Один раз, видимо, ничего не даст. Жжения не было, и то хорошо. Боро Плюс. Только потому, что подошел срок годности. А, как видите, у меня практически полная. Можно пустить на пятки. Да, вы мне часто пишете, Катя, я пускаю крема на ножки, на пятки, на стоп. Согласна с вами. Полностью согласна. Так. Дальше. Чистая линия. Идеальная кожа, аквакрем. Мгновенная матовость. Вот эта серия. Я ее обожаю, блин, вот она классная. Вот этот крем, конечно, намазываешь, и не как будто у тебя нет крема. Он впитывается, супер класс вообще. Здесь у нас еще состав цинк, экстракт эвкалипта.
Ну, если действительно есть цинк, то, в принципе, ну, как-то он будет с прыщами бороться. Нравится, нравится. Блин, вот эта серия супер. Класс. Дальше. Зубная паста, которую привозили с Египта. Мисвак. Ну, в общем, арабы пользуются вот этой штучкой. Вот этими. Вот, коробочку сохранила специально для вас. Вот она. Такая терпкая термоядерная зубная паста. Хорошая. Я в нее верю, и нам понравилось. Например, мой папа, например, очень любит такие яркие термоядерные, жгущие зубные пасты, прям мятные-мятные. Так, умный крем для лица 3 в 1. На лицо я не стала использовать, потому что он ни хрена не впитывается, и пустила его на шею, и вот только на шею я его впустила. Слишком жирный. Там вот какая-то серия была. Вот, дальше. Organic Shop, сахар для ванн. Органический экстракт, малина и мед. Короче, я ничего не поняла. Я не понимаю эти сахара. Соль еще как-то принимаю, сахар не понимаю, в общем. Ничего не поняла, короче, зачем сахар в ванной. До свидания. Дальше. От Avon. Такая вот штучка от серии Planet Spa. Не фокусируется. Сыворотка для кожи, шеи, области декольте, 50 мл, экстракт колумбийского кофе. Пускала, только, конечно, на шею я ее пускала. Жиденькая такая, впитывается хорошо, не липнет ничего, нормально. Шея, этот, морщины на шее, скажем так, складки не уменьшились. Дальше. Мыло Бора Плюс покупала для лица. Антибактериальное, в итоге, что-то такое токсичное, знаете ли. И я вот мазала лицо, а в итоге я понимала, что я, короче, у меня во рту эта херня, она вообще, короче, не смогла я пустить ее никак на лицо, ну, для тела, там, ее оставила, там, помыла, помыла, тут половина выкинула, короче, мне не подошло, мне не понравилось. Получается, что вот как и этот крем. Друга пусть стоят. Дальше, привезенное мыло с Египта, фирма Луна. Ну, как видите на рисунке, тут и показано, мажьте лицо, мажьте, короче, от прыщей это. Вот, то же самое, оно ждет, вот это вот мыло, оно ждет, и прям лицо красное, поэтому я тоже оставила, знаете, там для ног, а короче, потом я опять тоже выкинула, мне стало раздражать, потому что, ну, вот раздражали мне вот это мыло, не пошло оно, ну, это вообще жесть, конечно, это, видите, тут состав ничего не могу сказать, потому что она, там на арабском все написано, и я вообще в шоке. Лаколют, зубная паста, которая, блин, если я не ошибаюсь, она, по-моему, с фтором, да? Может быть, я ошибаюсь. Короче, пользовался зубной пастой, полоскала, вот уже от лаколют, ну, полоскательным специальным, и, короче, у меня зайды повылазили, и, знаете, потом мне сказали, что бывает от фтора, короче, такая ерунда, вот. Я перестала пользоваться зубной пастой, муж добивал. Лесной бальзам моя любимая, вот это я люблю зубную пасту, ба-ба-бам. Классная. И недорогая. Хотя как недорогая, уже за 100 с чем-то ее продаю. Дальше. Что это у нас, Корея или что? А я-то и не помню. И это уже и не помню. В общем, такой вот тюбик красивый. Секрет Илан, это Китай. Белый чай, крем-лифтинг с биозотом для кожи вокруг глаз. Девочки, он еще половина здесь есть. Пользовалась, нравился. И там, короче, такие скрепления. А, золотые. Где бы вам показать-то? Золотые. Вот они. Видите? Такие скрепления золотые. Не фокусируются. Ну, в общем, примерно вы поняли. Короче, и в одно прекрасное, я же тоже не постоянно пользовалась. И в один прекрасный момент он мне стал сжечь кожу под глазами, естественно, я его выкидываю. Но срок годности еще не кончился. Но что-то он испортился. Стал сжигать мне. А глазки сжигать не надо. Еще все стекает в глаза, блин, все щипит. Лакри. Бальзам для губ. Оставила коробочку. Вот. Цены того года. Короче, это гигиеническая помада. Ну, бальзам для губ. Видите, написано, что не содержит отдушек и красителей. Их можно пользоваться деткам, лялечкам. Короче, мне так понравилось. Супер. Вот эта вещь, конечно, супер. А состав, я даже вот... Как же вам состав сказать?
Пантенол, экстракт алоэ, аллантоин, масло ши, касторовое, миндальное масло, экстракт солодки, бисабол. Короче, ну жесть просто. Я всем советую пользоваться взрослым, а детям тем более. Зато вот это от Avon. Совершенно новая. Вот она. Совершенно новая. Открыла. С SPF, блин. По-моему, тут SPF есть. SPF 15 написано. Зато вот эту открыла, вот она полная новая. И оно мне жгло. А, то есть аллергия, да, аллергию вызывала. Пахнет-то вкусно. Ничего не скажешь. Вот, смотрите, ей. Пахнет вкусно, офигенно пахнет. Но... Что, я мазохист, что ли? Еще в рот, знаете, в рот этот попадает. Все равно же мы съедаем как-то. Пока губы там то все вот это разговариваем. Боже, во рту, черти что, во рту тоже все как-то горит. Ужас. Козлы. Ой, извиняюсь. Лаборатория природы. Зубная паста. Пробник мне такой вот попадался. Что у нас тут? Масло мяты, кедровые орешки. Такая, знаете, белая зубная паста. Если вот эта зеленая, лесной бальзам, она зеленая, то вот эта, якобы тоже натуральная, да? Она белая, безвкусная, как трава. Пользоваться немножко неприятно, потому что даже нет веры в то, что там есть травы, потому что нет вкуса никакого. Соль для ванн морская. Соль и соль. Нормальная соль, без всяких ароматов, запахов. Специально Лореаль. Вот у меня чуть-чуть осталось. В принципе, можно и не пользоваться. Мицеллярка, которая мне не понравилась, которая пощипывала глазки. И даже неприятно, что это такая фирма известная, Лореаль. Но почему-то это уже не я первая заметила, что она щиплет глазки. Я не знаю, ну, даже вот больше не хочется ничего покупать этой фирмы, к стенду. Да, то есть не хочется к стенду, к Лореаль теперь подходить, потому что они облажались с этой мицеллярной водой. Туалетная бумага, почему я ее оставила? Потому что она мне так понравилась. Такая классная, но потому что 3 слоя. Ну, блин, супер. Реально такая, знаете, как хлопок. Миф 3 в 1. Морозная свежесть. 2 кило. Что о нем говорит? Нормальный порошок. Все, кажется, все рассказала. Кажется, все рассказала. Все. Вроде все. Бай-бай.